Ассаламу алейкум всем достойным. Аман Куртов, прошу пройти мимо. Вторая часть водопада Табот. Мы находимся в Хунзахе. Это районный центр Хунзахского района. В основном здесь проживают аварцы. Ну, гостеприимство здесь зашкаливает. У них вообще здесь культ гостеприимства. Можно сказать, они поклоняются гостеприимству, настолько он важен для аварцев, и настолько проявление гостеприимства для них важно. Иногда просто даже удивляешься. Ну а теперь про то, что обустраивают площадку перед водопадом Табот. Видите, идут ремонтные работы. Сажают голубые ели и бук. И вот эта площадка будет круче, чем в Лас-Вегасе или там, не знаю где. Ну, круче, чем везде. И все это на частные деньги, это не государство. Так что скоро это будет маленький кусочек рая. Ну и с такими видами на вот этот каньон водопада Табот. И на всю эту красоту.